Всем привет! Сегодня у нас небольшая гора посылок. Здесь у нас вот из две посылки из магазина The Pulse, 4 посылки из GearBest. Это я не помню откуда, это с AliExpress. Давайте распакуем и на все посмотрим. Итак, распаковали все вещи. Здесь довольно-таки много интересного. Я сейчас отложу, что уже у нас было. Вот были вот эти вот зубные пасты Crest. Классные пасты с отбеливающим эффектом. И действительно они отбеливают. Ну, прикольные. То есть я читал, что они вроде бы вредные какие-то. Но я думаю, что наши пасты не менее вредные, которые у нас продаются. Вот, но что они отбеливают, это действительно потому, что я курил, и сейчас у меня зубы намного белее, чем были раньше. Я курить бросил уже 3 года как, но зубы не белели, они были желтые. Сейчас они стали более светлые, более белые. Поэтому при очередной акции я еще заказал эти пасты, она мне понравилась, и буду пользоваться ими с удовольствием. Я пользовался через день. То есть один день обычной пастой чистил, второй день этой. И у меня хватило почти на 2 месяца тюбика. Буквально там вчера, позавчера он закончился, я его выбросил. Вот, откладываем. Это JD. Далее вот это что у нас? Ага, это тоже JD. Но мы пойдем по-другому. Вот, магазин The Pulse. Буквально на днях я вспомнил, что я заказал очень много товаров в магазине The Pulse. Мне они не пришли. И получается, как только я написал, там типа, заказов 8, наверное, сделано было в феврале, в марте, я им написал, что, ребят, ни одна посылка не пришла. И в этот день мне пришло несколько посылок. Это из предыдущего видео, можно посмотреть. Сегодня пришло еще 2 посылки. OM-версия наушников Samsung. Samsung AKG, вот так они выглядят, немножко запачканные, но прикольные наушники, я их уже покупал и взял еще 3 штуки, они там что-то цена под до доллара, то есть по сколько-то центов, вот, на что это Samsung, вот здесь вот выгравировано, Samsung. Вот, наушники прикольно сидят в ушах, обычные проводные, ну запасные, допустим, я пользуюсь в основном беспроводными, но иногда у меня там спрашивает кто-то наушники хотя бы проводные и можно будет подарить, потому что свои я уже раздарил все, вот, ну для этих целей и были они куплены, купил я их 3 штучки, вот они наконец-таки дошли, я уже не надеялся, что они дойдут, вот здесь какие-то вот штрих-коды и так далее, серия GH59. В одном из обзоров Samsung S9 я видел, распаковывали именно эти наушники, то есть они выглядели точно-точно такое, я не знаю, подделка или это или не подделка, но звучат они довольно-таки неплохо, и маленькие, компактные, особенно радует цена, поэтому, ну, отлично, покупка, откладываем. Далее, вот этот вот провод, это тоже из The Pulse, это кабель питания для Raspberry Pi. У меня нет Raspberry Pi, но я бы хотел его заиметь, но не знаю, у меня сейчас катастрофически не хватает времени. Это у нас кнопка, да, кнопка включил-выключил, то есть получается питание обычное micro USB с кнопкой включения, вот такая вот кнопочка, здесь никаких надписей нет, ничего нет, какие-то циферки, ну обычный кабелек, не знаю, пригодится он мне или нет, но я его купил, потому что стало интересно, потом я хотел купить себе Raspberry Pi, но потом не купил, потому что действительно не хватает у меня времени им заниматься, возможно вдруг время появится, чтобы у меня уже была эта штука, но в любом случае такой кабель с включением питания пригодится в хозяйстве по-любому. Далее, давайте я вот эти вот сразу посмотрю и отложу их, потому что они адски воняют. Это чехлы для пульта, они в пакетах запакованы, они реально, пакет я открыл, и они очень воняют. Это чехлы для пульта, для Mi Box'а. У меня у мамы Mi TV, я ей один взял, и второй взял себе для пульта на, ну, для пульта для к Mi TV Box'у фирмы Xiaomi. Но, блин, он воняет. Ой, капец, как глаза выедают. Я взял пульт, сейчас мы, конечно, его померяем. Ну, с виду кнопочки все совпадает. Померяем сейчас. Но, блин, он адски воняет. Его нужно где-то положить, выветриться. Я надеюсь, конечно, что выветрится. И я уже, когда буду монтировать видео, добавлю просто буквами, наверное. Воняет он, не воняет, выветрился. Нет, потому что, ну, реально, его нельзя в таком состоянии так
одевать. Подошел отлично. Кнопки все совпали. Вот. Мягенький такой. Ну, прикольно. Вот, кнопочки совпадают. Ну, блин, воняет он ужасно. Воняет. Я второй даже распаковывать не буду. Где-нибудь на балконе уже распакую, положу. Потому что, ну, это, конечно, безумно он воняет. Я не знаю, даже выветрится этот запах или нет. Вот. Откладываем. Причем, наверное, нужно отложить куда-нибудь подальше его. Чтобы я сейчас сознание не потерял. Вот, ну, как бы прикольное, стоит недорого, ссылка будет в описании. Но если надумаете покупать, учтите, что он вонючий. Там разные цвета есть, но воняет он дико, конечно. Положил на несколько дней их на балконе, и они выветрились. В общем, запах выветрился, но они сильно припали пылью, и они не вытираются. То есть, скорее всего, нужно мыть их. Вот, ну, хотя бы запах пропал, это уже радует. Помыл их от пыли, но все равно на них очень-очень цепляется пыль. Очень сильно. И вот, я на пульт один подцепил. Вроде бы сидит хорошо, но, блин, это неудачная покупка. Я не могу советовать эти чехлы, потому что, во-первых, они жутко воняли. Ну, это выветрилось, ладно. А вот вторая проблема обнаружилась, что они просто припадают пылью. Я с мылом помыл, и буквально через несколько минут они опять были полностью в пыли. Хотя пыли как таковой особо и нету. Откуда оно берет ее, неизвестно. Вот эта вот штука для измерения ветра. Покупалась она на Алиэкспрессе. Вот, положили мне сувенир, я попросил, написал, положите монетку. Положил мне продавец монеточку 2009. Вот, инструкция здесь идет вот такая на английском. Я как бы не особо понимаю, зачем эта штука. Ее попросил меня заказать мой друг. Вот тут на китайском какой-то гарантия. Ну, давайте мы посмотрим. Я вкратце объясню. То есть я у него задал вопрос, зачем ему эта штука. И он взял ее себе для охоты. То есть поправка на ветер и так далее. То есть она устанавливается, куда-то вкручивается или что. Вот, должна быть поправка на ветер и так далее. Тут есть Bluetooth подключение. Вот, анемометр называется. Так, гарантия 18.4. Я так понимаю, это, наверное, для приложения или для чего. Питается от трех мини-АА батареек. Вот, ну давайте затестируем ее. Так, включилась. И можно, видите, я дунул, смотрите, до сих пор крутится. То есть легко дунул. И он сразу дует и показывает, сколько у меня метров в секунду из легких моих ветер дует. И показывает температуру, которая у нас в помещении сейчас находится. Ну, прикольно. Вот это вот юнит, я так понимаю, километров в час можно поменять. То есть в зависимости от ветра. Футы в минуту, кноц какие-то. И это миль, наверное, per hour, да, mph, миль в час. Вот, ну, нам метров в секунду пока, потому что я дую еще с метрами в секунду. Ну, скоро, наверное, буду дуть с километрами, занимаюсь спортом же. Вот так, 4-8 метров в секунду я дунул. А ну, вот это что? А, вот это показатель, я так понимаю, AVG, Max, AVG. В общем, я не знаю, что это такое. Вот, ну, давайте попробуем километров в час, сколько я дуну. А, видели, 11,8 километров я в час дунул. Используется эта штука на охоте. Часто используют на кораблях. Я так понимаю, на каждом корабле такая штука есть. Ну, может быть, более профессиональная, более дорогая. Но, допустим, на лодку резиновую для того, чтобы... Ну, не резиновую, а знаете, как вот на морях есть обычные лодки, чтобы понимать, в шторм будет шторм или нет. Как они это понимают, я не знаю. Но вот такая вот штука есть, работает, все отлично. Ну и последнее испытание.
испытание, которое я хотел проверить. Да простят меня боги. Та-дам! Давайте проверять. В общем, фен разогнался до 40 с чем-то километров. А я не запомнил. А ну, макс. Что это? АВГ. Макс. Ага, вот, это холд. Надо было нажать холд. Вот, холд, а ну. Да. То есть, разгоняемся. Зажали холд, он зафиксировал так. Зажали холд, он зафиксировал. Смотрите, что-то вот здесь слева, не знаю, видно, не видно будет. Вот слева какие-то показатели. BFFT. Далее километров в час, сколько мы разогнались, 51 километр. И температура, ну да, мы феном дули, поэтому она немножко подогрела. Вот, до 36-9 градусов. Ну, круто, крутая штука. Надеюсь, ему понравится, все работает, все отлично. Продавца могу советовать, то есть, если вам такая фигня нужна, то можете смело у этого продавца заказывать. Итак, нашел приложение, IENV называется оно, давайте установим. Здесь нарисовано на картинке прям вот эти штуки сразу разные. Вот, сейчас установим и посмотрим, попробуем подключиться и посмотреть, что он там будет показывать. Сразу нашло, то есть, запустили приложение, сразу нашло этот девайс, вот. Давайте попробуем. Так, device connected переключилось. И что мы тут можем сделать? Start. Yes. Это я так понимаю. Да, вообще я не понимаю, зачем это нужно. То есть показывать текущую температуру, следит. Видите, погнало. То есть в реальном времени отслеживает. То есть ставим это, я так понимаю, запись постоянная. И можно экспортировать, я так понимаю, все данные. Так, останавливаем. Вот, настройки. Настройки здесь миллиметры в секунду. То есть много, ну прикольно. То есть я так понимаю, real time. Вот real time. Можно с телефона, то есть все показатели, которые на нем, то есть вы его установили где-то там на корме корабля, и с телефона подключились, и можете следить за данными, не трогая его, ну, на расстоянии, на каком поддерживается расстояние Bluetooth коннекта. Пока не было соединения, мигала лампочка Bluetooth. Как только мы соединились, лампочка перестала мигать. Подключиться просто напрямую к нему у меня не получилось. То есть я не подошел пароль. Но в приложении никакой пароль не спрашивает. Сразу подключилось, все работает. Ну, все отлично. Вот, я не знаю, как бы, кому это может пригодиться, но... Осталось немного вещей. Давайте посмотрим на вот это вот. Такие в виде клубнички сумочки для наушников. Вот такая вот прикольная. Сделана очень качественно, очень классно. И я не знаю, как бы, что о них рассказывать, но они прикольно переливаются. Расцветки есть абсолютно разные. По-моему, по 99 центов покупались. Я взял две штучки. Вот, ну, прикольная штука для наушников. Для хранения наушников. Вот. Не знаю, что рассказать. Вот их две штуки. И положили сюда какие-то бумажки. Давайте посмотрим. Типа, поставьте нам 5 звезд или что это, да? Все на китайском. А, ну, какая-то гарантия качества. Действительно, качественная вещь. Здесь и молния, все, и ниток никаких не торчит. Ну, видно, что здесь действительно вещь качественная. И, блин, ну, да, не придраться, не придраться. Откладываем. Далее вот такая вот коробочка, я не знаю, что здесь, смотрим. Ага, это ключница. Вот так выглядит. Пахнет блин, молоком пахнет. Реально каким-то, ну, сладким молоком, знаете,
спущенкой. Не ярко выраженный запах, но что-то немного такое есть. Я взял ее в руки и подумал, что опять сейчас завоняет этими чехлами для пульта. Ну, в общем, обычно все выглядит прикольно. Вот такие вот замочки для того, чтобы прицепить сюда ключики. Вот, кожа, все сделано качественно, хорошо. И такой вот... Ну, все отлично, тут тоже не придраться. Идет в прикольной такой коробочке, черной, обычной, без всяких там логотипов, но все очень прикольно, и спокойно можно в такой коробочке его презентовать, кому-то подарить. Откладываем. И последнее, что у нас пришло, это подставки Orico. Я, их было можно заказать от 2 штук, поэтому я заказал 2, мне очень интересно было. Разные уже подставки у меня были, прикольные самые, мне понравились одни там из Gearbest уже были в предыдущих обзорах. Ну, неплохо. Просто это здесь нельзя менять угол. Вот, ну единственное, что да, там угол можно поменять вот так. Вот так, надо поменять немного угол, поставили сюда. Вот. Пластик такой прикольный, выгравирована Orico. Ну, симпатично все сделано, такая одна подставочка, ее, наверное, одну себе оставлю, одну отдам жене. Вот, ну, прикольно все, прикольно, идет в коробке в такой, вот, 2 штуки заказал, вторая, интересно, такого же цвета, да, такая же черная, все отлично. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!